поудобнее расположение. Для меня так у меня еще имеется. Зеркало для очищения, а не для того, чтобы на здоровье делать. Это в основном уход энергии негативной. Но сегодня негативная энергия, я думаю, не будет негативной. Это как все думают. Это порча, многое еще такие. Негативная энергия — это просто может быть разговор, сказать что-нибудь и тому подобное. Вот я беру конечно свечу. Может быть не буду, надеюсь. Не очень слышно. Но я постараюсь не громко говорить из-за того, что это происходит вечером. И как бы люди не спят. Громко говорить не буду. Потом усилят руку. Зажигаю свечу. Текст может быть разным. Главное, чтобы лился в душе. Сейчас мы будем разговаривать для человека, который сейчас болится. Этот амулет мне спасал не раз в жизни. Он на защиту у меня стоит. Этот амулет счастья. Алексея Петровича Карасева избавиться от его болезни. Пусть боль, которая ощущала его через свечу, уйдет в небытие, и его боль оставит его. Чтобы эта боль ушла сегодня, и больше не удержался никогда. Алексей Петрович Карасев избавился от камня в почках, которых я сейчас избавился от него. Боже, помоги, Иисус Христос, наш Спаситель, защити его, спаси его душу. Спасибо, помоги ему физическому телу освободиться от его недуга. Боже мать, побереги его, спаси, побереги его. Бог всемогущий, спаси его, побереги его. Я благодарен тебе за все, что ты делаешь. Благодарен за все, что ты даешь, за все свои твои вещи, за все свое время, за все, что ты внес в мою жизнь. Так Алексей Алексей Петрович, помоги ему избавиться от того недуга. Помоги избавиться, спаси его физическое тело, избавь от боли,
Любовь от всего, что он перенесет сейчас, помоги ему сегодня избавиться от всего, что он перенес. Помоги ему спаси. Помоги. Я не должен просить тебя о помощи, но я прошу тебя. Пусть он обретет свободу из его физического тела и эфирное тело будет спасено. Все тела спасены. Который смог найти. Спаси его, спаси, обретёшь. Пусть он обретёт свободу движения. Камень тот, который достаточно.